Друзья, всем привет! Всех рад приветствовать на своем канале. На улице зима, видно, как на теплице снега навалило, но вода не замерзла. И, соответственно, у меня на зиму есть развлечения, чтобы не впасть в спячку. Так, здесь у нас эти фисташки пробуем прорастить. Здесь у нас лимончики. Вот, каждое утро делаю себе лимонный сок с половины лимона. И косточки, когда попадаются, вот, очищаю от кожуры и в пакетике на проращивание. Сейчас здесь финики. Здесь сын арахис закинул. Там что-то еще он закинул. Яблоки, яблони. Вот, это, короче, вот эта верхняя моя, а это его. Вот, давайте сейчас покажу, что у нас здесь. Ну вот, получилась такая вот штука. Соорудил, чтобы максимально отражался солнечный свет. Светильник это с пруда. Я оттуда вытащил его сюда. Поставил. Ну, никаких шторок не надо. Просто взял, так в сторонку отодвинул и все. Она падает. Так, что у нас тут? Бамбук растет. Очень нормально. Вот здесь пересаженные лимоны. Вот, вот уже с корешками видно. Это уже проросшие. Я их раз где-то в 5 дней смотрю пакетики. У кого корешки, соответственно, сюда раскидываю. Вот, тоже видно корешок. Вот, растет в вате. Вот, я просто приверженец ваты или же аквапоники. Кактусы и все остальное это ребенка, лук. Вот. Мое это вот манго. Вот такие вот уже сантиметров по 10, наверное, точно листья. Сегодня рванул случайно его. Вот, так растет оно. Корень толстый дает. Прямо. Здесь. О, вилку забыл убрать. Короче, вытаскивали сегодня лимончики. Вот лимоны. Вот лимон, вот лимон, вот лимон. И вот лимон. Пересаживал сегодня вот эти лимоны. Три штуки вот отсюда. Вот. И случайно манго рванул. Здесь авокадо. Да, вот видно. Большие листики. Вот как только установил светильник, сразу вот видно, начало давать новые листья. Очень активно начало расти. Это денежное дерево. Тоже хорошо растет. Здесь авокадо в процессе. Недавно посадили. Ой, да, авокадо. Вот авокадо такой вот. Да? Просто сравнить. Вот здесь маленькая косточка, зеленые листья. Здесь здоровая косточка, и вот такие вот у нее красные листья, и получается два ствола. И стволы, обратите внимание, какие толстые тут, и какой тонкий тут. Это вот такой вот манго, оно всегда такое. Он как будто, ой, они даже чуть-чуть макроватые какие-то, маслянистые. Вот. Ну тоже вот видно. Зеленый росток идет на новые листья. Потому что вот это, она, короче, вот стебель, он так был загнут сюда, в серединку, да? В серединку. И с серединки она так дугой, так, ну, она вот так была, так дугой вжук развернулась и вышла. Вот с такими листиками. Это семидольные листики, я так понимаю. Это горох в таком состоянии. Вот авокадо тоже там прорастает, видно посерединке. Здесь пробовали вот по бокам закинуть косточки этого финика, но небольшую ошибку сделали, и вот они заплесневели. Короче, будем справляться. Здесь у нас перчик летний, кто помнит, в аквапонике у меня в пруду росли. Вот сейчас опять начали цвести три цветочка.
Там внизу бутончик тоже. Но они в таком состоянии, в убитом, еще не могут отойти. Им плохо. Вот, зато авокадо. Вот там внутри росток уже идет на полное. Вот это у нас гранат. Вот такой вот гранат. Гранат. Вот это клубника. Просто шкурку клубники кинули. Спустя несколько месяцев она проросла. Здесь вот манго тоже. Ой, авокадо. Авокадо начинает прорастать вон из глубины. Здесь трещинка тоже вон пошла. Тоже, наверное, выйдет скоро. Здесь трещинка. Здесь, наверное, он сдох. Потому что что-то потемнело. Вот. Вот эта большая косточка хорошая будет. С него авокадо. Так. Это наш тестовый помидор, который уже вон. Наверху ему хорошо. Там не жарко. А здесь вот получается жарко. И вот они. Он высушивает их. Здесь у нас засох этот базилик. Не знаю почему, но засох. В стакане стоял, корешки пустил нормально, а здесь почему-то не смог расти. Ну вот такой вот мини-сад. Короче, здесь это укроп или петрушка, что-то у меня сын посадил. Что-то всходить начало. Вот, видно, да? Вот, все начинает расти. Хочет к Новому году нас салатом угостить. Так что такие дела. Много вот этих на кактусе детишек появилось. Прямо вон. Здесь тоже он вылез. Ну, кактусами и всем остальным это у меня ребенок занимается. Я больше по цитрусам и по авокадо. С манго. Вот. Так что такие вот дела. Водичкой поливаю, которая из пруда. Очень хорошо, питательно, все растет. Все прекрасно. Так что такие вот дела. Конечно, это не так активно, как в пруду с карпами кои, да? Но все же, почему нет? Про пруд я, наверное, сделаю чуть попозже видео, потому что вот. Снега вон сколько навалило. У нас уже очень много его. Это только вот на теплиц сантиметров 10. А так сколько еще нападало. Ну, на днях зайду, засниму там, как они стоят. Но там ничего интересного, что они на месте стоят. Не шевелятся. Но тоже можно посмотреть. Вода чистенькая, там все в порядке. Вот такой вот мини-зимний сад. С маленьким инкубатором. Пробуем. Для чего лимоны? Да, выращиваю. Потому что я хочу, чтобы в лимонные деревья выросли и давали лимоны. Как бы еще как бы момент. Мне вроде это нравится. Само вот это проращивание все дело. Я их хочу на продажу. То есть вот. От таких вот ростков выставлять на продажу, на Авито там куда-нибудь. Если кому-то надо будет, будут покупать, там отправлять буду. Продумаю, как это лучше сделать. Вот. Если хотите увидеть, как все это очищается, авокадо, как манго очищается от косточек, да, там лимончики, семечки, пишите в комментариях, отдельно засниму, покажу, как это все я делаю, заготавливаю. Ну и не забудьте подписаться. Впереди много интересных видео. Всем пока!